Ну, короче, не знаю, здорово всем, привет каналу Олег Нестеров Брест. Короче, не знаю, зачем я приперся сюда. Сегодня решил выходной вроде сделать. Но, так как пацаны вчера спрашивали, что-то очень много, решил я все-таки отснять про девилбисы. Может, кому интересно будет. Короче, сейчас сниму, покажу. Ну и заодно бокс протоплю, чтобы на завтра не сильно холодно здесь оставалось. Вот, короче, вот такие вот ящик. Вот этим я пользуюсь. А вот это вот ящик. В нем их два штуки. Так, сейчас свет подвину, чтобы было как-то виднее. Вот. Вот. Короче, в комплекте ключ для разборки, отвертка со звездочкой, ёрш для чистки, запасная башка. Так, сейчас вот мы ее посмотрим, название этой башки GTI Pro T2. Какой-то транстех. Вот. Ну, здесь манометр вот этот встает. Ну и два девилбиса место под него, вот под второй, вот первый. Так, теперь начнем. Суть темы в чем? Вот этот, вот если видно, какой-то Припро, торговая марка. С этой стороны такие вот надписи у него. ITV, финишинг какой-то там. Короче, он дюза у него 1,8. А бошки взаимозаменяем. Сейчас я вам покажу суть в чем. Вот от этого, как бы они туда-сюда все подходят. Вот наконечник сам, сама дюза. Вот она. Сама дюза. Она с такой проточкой. То есть вот это вот отверстие может быть больше, у этого меньше. Не знаю, видно сейчас будет, не будет. Сейчас рядом да видно, наверное, будет. Даже на глаз очень хорошо видно. Видите, отверстие здесь, отверстие здесь. По отверстиям внутренним, которые на распыление идут. Так, ну здесь как стандартно. А здесь три. А здесь две. Хотя вот это отверстие у него шире. Вот. И это, если это Т2 башка, то вот эта башка уже H1. Вот. А это для базы и лака. 1,3. P1 какой-то 12 бар. Вот. И башка на нем. P1, а отверстий внутренних уже 3, не как у того 2, как у первого. Вот, ну, манометр с ним, как бы со всеми делами. Вот, кому интересно, я зафиксирую, потом на стоп-кадре посмотрите, что за фигня. Вот, так, ну, бачки у него большие, даже больше, чем у китайца. Так что вот этот ящик обошелся мне в 20 рублей. Короче, наших российских. А в магазине он стоит 22 рубля. Потому что я чек видел. Но к нему нет, короче, технички никакой. Сказать, что к чему и как почем, пока не знаю. Этим я попробовал. Маленько подул. Ой, сказать плохой я так не скажу. Сказать отличный я к нему еще не привык. Поэтому еще пока сказать ничего не могу. Так что вот так. Всем привет, всем удачи. Увидимся на слете гаражников 6 августа.